Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу сделать небольшой обзор на корм от немецкого производителя компании Tetra для восточноафриканских травоядных цихлид Tetra Malawi Granules. Традиционно в конце видео я вместе с вами покормлю этим кормом цихлид, и не только их. Попробуем дать его и другим рыбкам, посмотрим, кто и как его будет есть, как на него будут реагировать. Но для начала немного информации о этом корме. Сразу хочу сказать, что это не реклама корма, и компания Tetra мне за это ни капельки не платит. Однако этот корм очень часто встречается в продаже, и его можно легко найти практически в любом профильном магазине. А для того, чтобы вы имели представление об этом корме, я и делаю подобные мини-обзоры. Как только я снял фольгу с этой упаковки, появился невероятный запах зеленого чая. Не знаю пока, как отреагирует на такой запах рыбки и насколько он будет вкусный, но тем не менее запах чая зеленого здесь присутствует. Точно могу сказать, что данный корм полностью сбалансирован именно для восточноафриканских цихлид группы Мбуна, то есть той группы цихлид, которые питаются водорослевыми обрастаниями. Производитель пишет так: выведенная учеными формула со специальной смесью из водорослей, в которую входит спирулина 20%, нори 17% и хлорелла 3%. Корм богат высококачественными протеинами и другими питательными веществами для поддержания жизненных сил и улучшения пищеварения. Под самим понятием «сбалансированный корм» понимается то, что с помощью этого корма можно удовлетворить абсолютно все пищевые потребности указанных выше рыб. Срок годности, если удастся купить свежий корм, 36 месяцев. Достаточно много, полагаю, за это время от корма, конечно же, ничего не останется. Я отношусь к той группе аквариумистов, которые предпочитают кормить рыб разнообразным кормом. И, конечно, этот корм идеально подходит мбунам, но и другие рыбки от него не отказываются. А теперь пойдемте посмотрим, как они его едят.
Ну вот, вы все видели сами, и насколько корм вкусный для рыб, судить вам. Я лишь показал сам корм и реакцию аквариумных рыб. Конечно, корм для мелкой рыбы типа неончиков абсолютно не подходит, он просто не помещается им в рот. Гранулированный корм достаточно быстро опускается на дно, поэтому если в аквариуме есть сомики, хорошо, они точно его подъедят. Но если сомиков не будет, будьте внимательны, чтобы корм, попавший между камнями, не портил воду. Также хочу обратить ваше внимание, на канале ПАР есть видео на этот же корм, но не в гранулах, а в хлопьях. Ссылочку на обзор оставлю в описании под этим видео. А у меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока-пока!